На онлайн-встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетовал на то, что результаты выборов в Госдуму Российской Федерации таковы, что еще какое-то время будут кипеть страсти по поводу правильности подсчетов голосов. Его же лично итог вполне устраивает. В сибирской столице градоначальник заметил практическое равенство популярности коммунистов и единороссов. У первых 28,3% голосов, вторые набрали 29,7%. То есть равенство почти полное, и в этом отношении это некие политические реалии, в котором нам придется работать и при принятии каких-то важных больших решений учитывать вот этот политический расклад. Это очень важный политический результат. А как быть с тем, что Анатолий Локоть возглавлял список кандидатов от КПРФ по 24-й региональной группе, это Новосибирская и Кемеровская области? В своем решении мэр не сомневается. От мандата депутата Госдумы он отказывается. Я не планирую отказываться от полномочий мэра города Новосибирска. Я планирую продолжать свою работу, выполнять те обязательства, которые взяты мною перед избирателями города Новосибирска. Мы продолжаем работу в городе. Если ничего не произойдет экстраординарного на политическом небосклоне Новосибирска, то следующие выборы мэра города состоятся осенью 2024 года.